Александр Блок. «Осенняя элегия», читает Павел Бесенин. Медлительной чередой нисходит день осенний, медлительно крутится желтый лист, и день прозрачно свеж, и воздух дивно чист, душа не избежит невидимого тления. Так каждый день старается она, и каждый год, как желтый лист, кружится. Все кажется и помнится, и мнится, что осень прошлых лет была не так грустна, как мимолетна тень осенних ранних дней. Как хочется сдержать их раннюю тревогу, и этот желтый лист, упавший на дорогу, и этот чистый день, исполненный теней, затем, что тени дня избытки красоты, затем, что эти дни спокойного волнения несут, дарят последним вдохновением избыток отлетающей мечты.